Привет всем на кухне для всех! Сегодня у нас с вами очередной вкуснейший рецепт. На разогретую сковороду отправляем репчатый лук. Через минуту-другую добавляем морковь. И еще через пару минут добавляем капусту. После того, как капуста станет мягкой, добавляем соль по вкусу и черный молотый перчик. Перекладываем в емкость и даем полностью остыть. К овощам добавляем фарш. У меня свиной окорок. Добавляем по вкусу соли, зерна кориандра из ступки перемолотые и чеснок. Вот такие замечательные котлетки у нас получились. Отправляем их на разогретую сковороду. Обжариваем с двух сторон и перекладываем в лоток для запекания. В эту же сковороду отправляем лук. Сейчас нам нужно сделать соус. Буквально через минуту добавляем морковь. Тушим лук и морковь в помидорах примерно 3-4 минутки. Добавляем немного соли и сметану. Получившимся соусом поливаем наши котлеты. Отправляем в разогретую духовку 200 градусов минут на 12 до полной готовности. Вот такая вот вкуснятина у нас получилась. Смотрите, какая сочная вкуснятина. Кому понравился рецепт, обязательно ставьте лайки и отправляйте своим друзьям. А я на сегодня с вами прощаюсь. До скорых вам встреч. Пока-пока!